В Орше, нынешней культурной столице Беларуси, прошел областной конкурс духовой музыки «Виват Оркестр 2022», который в этом году был посвящен 77-летию Великой Победы. Организаторы – Витебский областной методический центр народного творчества, Управление культуры облсполкома и отдел культуры Оршанского райисполкома позаботились о том, чтобы он стал ярким событием для жителей Оршанщины. Конкурсной программе предшествовало красочное шествие духовых оркестров по улице Владимира Ленина. В сопровождении флагоносцев и ансамбля барабанщиц музыканты из Орши, Витебска, Новополоцка, Шумилина, Глубокого, Лепеля, Сино под звуки бравурных маршей проследовали до ГЦК «Победа». Там сводный духовой оркестр Витебской области исполнил марш Тухманова «День Победы». Гран-при конкурса получил образцовый духовой оркестр «Оршанской дыши номер 2», руководитель Айна Ратасеп. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «СКИФ».